признаки здорового человека, а заодно и наши цели. То есть, во-первых, вертикаль позвоночника в целом. То есть позвоночник от основания черепа до копчика, потому что позиция креста тоже важна. Из прямого позвоночника рождается прямая позиция головы. Второе – горизонт взгляда. Мы глазами получаем процентов 95 информации. Нам, грубо говоря, вертикаль позвоночника нужна, чтобы взгляд держать горизонтально. Понятно, да? То есть вот это как метод проверки, так и метод контроля самого себя. Если вы держите взгляд горизонтально, у вас тело всю силу бросит на то, чтобы стать вертикально, просто чтобы вот это обеспечить. Так, ну понятно, да, то есть шея легкой дугой вперед, выступающий седьмой шейный, грудь легкой дугой назад, поясничный переход, это крестец, то есть это вид сбоку, да? Дальше, колени вперед и стопы ровно. То есть вот так вот сбоку выглядит наша биомеханическая модель движения. И подчеркиваю, колено согнуто. Человекоподобных роботов видели? Сейчас создают все двуногих, ходячих, там, Boston Dynamics, 1000 просмотров. У них колени согнуты, потому что если колени им сделать не согнутыми, причем постоянно согнутыми, они ходить не смогут, они упадут. Упражнение «Стенка», да? Оно создано для того, чтобы вы воссоздавали форму всех суставов и тренировали себя к нормальной модели движения. То есть вот это норма для движения. Вы хотите, если стоять, вы стоите как хотите, но в движении у нас вот такая вот модель.